В Ленинском городском округе наблюдается снижение числа новых случаев заболевания COVID-19. По данным пресс-службы ВРКБ, за прошедшую неделю в муниципалитете было зарегистрировано 152 новых случая зараженных коронавирусной инфекцией. В Московской области в преддверии Дня защитника Отечества проходит акция, в рамках которой дети делают праздничные композиции для врачей. Вот такая выпуклая, видите? Какого цвета вы хотите, чтобы у вас была звезда? Вот у тебя синий фон. Какую ты хочешь звезду, чтобы она была? Я хочу прям золотую. Прям золотую. Для декоративных композиций ребята использовали цветной картон, бумагу, диски, клей и ножницы. Необычную акцию дети даже назвали медицинским языком, используя латынь «Gloriam Defensoris», что в переводе означает «слава защитникам». За что ты хочешь вручить медаль? За то, что они спасают жизни. Поделки мастерят школьники, воспитанники творческих студий, дети из многодетных семей и с ограниченными возможностями здоровья. Награды будут переданы в ковидный стационар Видновской районной клинической больницы. На каждой медали ребята написали, за что они адресуют награды медикам. Эрик решил подписать свою медаль за доброту. Я сегодня делаю медали. Для кого? Для медиков, какие были в красной зоне. Надписи самые разные – за верность долгу, за мужество, за спасение жизни и другие. Что ты написал на своей медали? За что ты вручаешь? За что мы спасли маме жизнь. Некоторые нарисовали и подписали открытки, в которых рассказали, что понимают, как тяжело медицинским работникам, а также пожелали им поменьше пациентов. Слава защитникам! Наталья Буслаева, Елена Кошелева, Видное ТВ.